Как-то запутано. Ну ладно. Ой! Нам надо спать! Что? Правда, странное управление. Почему, Мэйши, ты чё тут стоишь? Странные впечатления об этой игре. Да. Я хочу сказать, как-то ничего не понятно. Ну, привет, и наше путешествие продолжается. Воу. Опять куда-то едем. Сегодня у нас будет строгий брат. О, да! Стрёмно как-то. А вот там было написано выключить музыку и рекомендуется для ютуберов. Да, да, да. Ютубер. Ютубер. А как, подождите, а как? Ага, нашла. Так, а что? О, а кто меня везет? Чё? А ты читаешь вообще, что он разговаривает? Я не успевала, я не успела. Ага, я успела посмотреть, что он сказал нам выбросить этот мусор. Ну, короче, я выключала. Я ютубер, я выключала звук, понятно? Все понял. О боже! Я думала, это голова брата застряла, это ручка дверная. Ой. А похоже, кстати. Да. Большая очень ручка. Брат так, у нас вкратце старший. Там вы не смотрели, что он говорит? Ой. Ну, он злой. Злой. Булит нас, в общем, постоянно зачем-то. Понятно. Ёши, можно потерпеть такого брата. Иди к холодильнику. О, ничего себе. Открой, открой. Пошифтовал. О, прикол. Это мне надо. Открой, посмотри, сколько их там. Как много еды. Могу взять еще или нет? Слушайте, нет, а больше это, мне кажется, это вау. Самая крутая игра, потому что здесь мы готовим стейки. Не макарошки с мясом, не, что там еще готовили, не какие-нибудь там супик или котлетки, а именно стейк, понимаете? Понимаю, ничего себе, да. Это я уже могу съесть? Я не понимаю, а можно еще приготовить? Надо, наверное, положить. А почему недоваренный стейк? Я потом съесть. Я люблю такой. Да. А может, можно дожарить, типа, для интереса? Ну, можешь попробовать, конечно. О! Ай-яй-яй-яй! Почернел! Он сгорел! Приготовленный стейк, подожди. Он черный должен быть, сгоревший. А могу я вот этот съесть, подожди? А ты пойди и положи его на тарелку. А, надо на тарелку, сейчас. Ой. Да мой там лежит. Я понял, все, тише. Да, нормально, такой тоже можно есть. А, сырой тогда тоже можно есть. Да. Так это же стейк, конечно. Ну, типа, я думаю, да. А зачем тогда готовить? Ты кто его знает? Нам, если что, нужно включить свет, если что. А-а-а. А можно стейк в микроволновке готовить? Здесь можно. Здесь можно! Мы здесь осуждаем. Можно. Я понимаю, я тоже осуждаю, но это как бы проверка. Игра разряжает. Ой! Игра разрешает, да, это микроволновка очень сильно запищала. А что это такое? Мне говорят, тут таблетка какая-то, возьмите. А, зарядная для планшета? А, планшет — это таблетка, поняла. Ну да, да. О, я могу смотреть, это камеры? Я могу по камерам смотреть на планшете? Прикольно. Правда, странное управление. Почему, Мэйши, ты чё тут стоишь? Ту-ру-ру-ру. Кошмар какой. Так, я обратно положу эту таблетку. Там мемы. А вы включили, блин? Да нет, свет? Еще, блин, не включили. Где еще два? Вот один нашел. А где еще один? Да откуда я знаю? А, так на кухне, может быть, в столовой. Вот же. Да блин. Все, отлично. Отлично. Только зачем нам весь включать, потом придется весь выключать, что ли? Странно. Обычно мы выключали, кажется, нет? Не знаю. Непонятно. Слушайте, а вот вы не нашли там чашку, из которой пить? А, нет, а надо из чего-то пить случайно. Или просто... С каких-то пор бургер — это мусор. А почему я не могу два мусора сразу нести? А, нельзя, да. Странно. А куда выкинуть? Наверное, куда-то в окно. Нет, не в окно. Значит, в дверь. Имеется в виду, дверь заперта. Ладно, в подвал. Сложим, давайте. А вот тут мусорочка есть, но она не работает. А, работает, ой, работает. Ну, я уже пришла в подвал. Тут, если что, фонарик, кстати, есть. Вы взяли фонарик? Я забрала, да. Мусорка работает, отлично. Ой, блин. Почему у нас так много компьютеров? Ну, возможно, мы геймеры, мы киберспортсмены. Нам нужно много компьютеров, несмотря на то, что у нас трое. Для каждой игры свой компьютер, правильно понимаю? Да, все так. Да, возможно. О, съесть еду, отлично. А когда мы будем пить? Кто мне скажет? Воду. Чашки. О, чашка! Можно взять чашку в шкафчике. Чё так сложно? Почему наливаем воды так мало? Непонятно. А как это работает?
А, зажмите и держите или что? Нет, я зажала и держу. О, по одному глоточку. Надо каждый раз нажимать, много раз нажать. Блин, это кошмар, это очень неудобно. А, можно быстро нажимать, нормально. Ой, я, кажется, стейки сожгла. Ребята, я сожгла стейки. Ой. Ну ты что творишь? Я пойду съем, сожженный. Фу. Блин, это не работает как-то странно. У меня не работает. У тебя работает, у тебя заполняется. У меня не заполняется, смотри. А, да. Но она лагучая очень история, если честно. Очень странно. Я лучше буду по одному глоточку пить. Подождите. А, ребят, надо съесть всю еду, но мне надо готовить. Ясно. О, нет. Блин, а я уже... Ну, ладно. Так, я съел. Ну, нет, не клади. Так я уже положила просто. Ешьте, короче, последний стейк. Давай, генератор. Я его где-то видела, кажется, в подвале, нет? Да, да, в подвале. Я пока приготовлю еще стейков. О, давай. Может, сожгу парочку. О, а у меня бензин в руках остался. Меня эта картина испугала через этот, как это, стеллаж. Кошмар какой. Так, проверьте свою игру. Пойдемте, это нам наверх, наверное. Слушайте, пока что опять эта вот игра, где очень долгая подготовка. Нас брат сначала напугал, и все. Что это? Белый экран смерти, наверное. Господи. А, что? А, нужно получить эту награду. Угу. А, но подождите, уже вообще-то поздно. Я сделаю это завтра. Ну, конечно. Не откладывай на завтра, что можно сделать сегодня. Вы что, не знаете? Предложение заканчивается в 6 утра. Что? Нам нужно... как-то запутано. Ну, ладно. Ой! Ой. Нам это надо спать! Что? Кажется, нам пора спать! Так я успел лечь, ты... Ой! 27 секунд, пока вы не погрузитесь в глубокий сон. Сколько стоит проснуться? Двадцатка, я считаю, продано, давайте. Нормально. Сейчас надо подождать, пока он свалит нафиг. Так, отлично. Ой, я вроде как жива, нет? А я не жива, у меня водичку всю забрали. Подождите, а в смысле? Я должна быть жива, я же заплатила. Да вы издеваетесь? Он что, тебя снова убил? Ой, как он меня убил! Блин. Да, в смысле? Как он может тебя убить? А я внизу была, я водичку хотела набрать. А, все понял. Я все понял. А что? А почему? Я же возродилась, нет? А, ребят, один раз только возрождаешься, и все. Вау, он очень быстрый. Ладно, это жесть какая-то. А, я думала, это ты с Ланой ходишь. Думаю, зачем ты с Ланой ходишь? Да нет. Блин, кошмар. Ясно. Ну, слушайте, он какой-то жесткий слишком, этот брат. Вообще. Ну что, ребят, мы снова пришли, в общем, сюда пришли. Уже 11 часов, и нам он говорил, что нужно быть в кровати до 12 часов вечера. Вот. Но давайте попробуем. В прошлый раз он стукнул сразу. О, можем пропустить. Да? Как? Да, можем пропустить. Подождите. И я, наверное, сразу лягу в кровать. А что значит фальшивый сон? Фальшивый. А спрятать? Глубокий. Помните, он говорил глубокий сон. Вы должны быть что-то там, кажется, в глубоком сне мы должны быть, не? О! А что? Ой-ой, я не знаю, я вылез вот из-под кровати. Фальшивый сон, наверное, под кроватью, нет? Не-не, тут либо фальшивый сон. Стойте, а как вылезти? Так, да, ну нет, вот, спи, подожди, спи. Так я под кроватью. А ну-ка, сейчас, подожди, сейчас увидим. Ну, он ничего, нормально. А, фу. А как понять, понял. Фальшивый сон? Смысл? Но мы спим на самом деле. Но мы же смотрим на него при этом. Да, всё. Очень странно. Может, нам сейчас скажут? Угу. Ага, играйте в игры, чтобы не спать, пить воду, есть. Угу. Так, там надо будет клавиши нажимать, если вдруг что, в ASD. А, так мы-то мы прячемся, если что, вдруг под кроватью. Угу, ладно. Как встать? Нам же скажут, да, типа, прячься. Ну... А мне будто бы кажется, что нет. А что это внизу, а стадия 3 из 50? Мы, да, кстати, можем ходить еще на цыпочках. Ульян. Я уснула. Ульян, ты как умерла? А, попробуйте играть в игры в следующий раз. Да, нам сказали, надо играть в игры, чтобы не уснуть. Я в последний раз возрождаюсь в этой игре, потому что в прошлый раз я... А тут только один раз можно возродиться. Спать. Да почему? А, все, спасибо. Или нет? Кошмар, я успела. Нет, я не знаю, правильно или нет, потому что мне дали будильник, когда я возродилась и в прошлый раз. А, может, ладно. Мы обманули, кажется, нас. Извините. Что? Кажется. У вас есть фонарик? Ребят, да. Я забыл фонарь. У меня я есть тоже фонарь. Не взяла. Только он очень плохо работает. А ты светишь только нам? Не знаю. Только себе? Ой. О, нам тоже.
Слушайте, если честно, это самая запутанная игра. Мама, я заблудил. Где я? Ты умерла? Нет, жива. Я ты с лестницы упала. С лестницы, да. А где? О, фонарь. Отлично. Включила куда фонарь. Лить? Мне нужно поесть. Иначе... Да там есть такая штучка. Что, фонарь не светит? А, ой. Как я здесь забралась сюда? Блин, стойте! Ребят, нам надо быстро играть в игры, потому что мы иначе уснем и умрем. Я побежала. Ладно, я врезалась в брата. О, в смысле? Брат, я сплю. Брат, я сплю. Честно. А, подождите, нам давайте не нужно. Давайте признаем, мне не было. Ребят, это бесплатно. Что? Нам надо подождать просто секундочки. Что? А, так нас резнут? Ну, F, wake up. Вот просто на F вроде как я... Хотя, может, и нет. Да не. Нет? Очень странно. Возможно, ты тебе дают 30 секунд, чтобы проснуться. Фу! Да. Господи, что я говорю? Чтобы купить, в общем, это все. Да, дело. Ну, Лен, у тебя все равно не было уже второй попытки, по-моему. Да, да. И как-то, если честно, ну, странные впечатления об этой игре. Да. Я хочу сказать, как-то ничего не понятно и будто бы немного недоработано. В общем, да. И, это пока что самый странный из всех странных родственников, которые, в общем, мы заходили. Ну что, ребят, наша третья попытка, и мы ждем, когда... Я вот он, вот он. Чуть не осталось пришёл. Там брат. Сидеть. Так, все, он ушел, да? Не-не, стой. А, все. Уже да. Теперь уже. Да. Блин, ну это, конечно, да. Сложно. Все, так. Стадии пошли, ребят, давайте гасим стадии. Они у нас общие, я правильно понимаю? Кто его знает? Да, они у нас общие, капец. А как? Господи, а, тут просто нажимать на буковки? Смотрите, как стадии, поперли стадии. Да. Просто жмите буковки. А почему мне ничего не нужно? Ну, ты уже нажала, не выскакивай, видимо. Значит, все здорово. А, блин, значит, все, радуйся. Я просто еще ни разу не выполняла эти развлечения. Слушайте, а как мы поймем, что он придет? Вот да, стоит я ли пойти знаю. Там проверить генератор, может быть? Угу. Ну, блин, не знаю. А если закрыть дверь? Я не думаю, что это прям поможет. Ну да, он как-то внезапно появляется, если честно. А как мы поймем, когда он придет? Блин, столько вопросов, так мало ответов. И к тому же у нас впервые минуты идут. Вообще. А нам нужно дойти, вернее, дожить до 6 утра. Наверняка. А у нас уже 20 стадий готово. Выиграть 50 стадий. О, так это... О, господи. Ой-ой-ой. Так, фонарик. Давайте кто-то один пойдет, кого не жалко. Давайте, я погнал, меня не жалко. Да? Да-да-да, мне не жалко, ну, абсолютно. Ладно. А как понять? Ладно, десятый раз буду спрашивать. Не знаю. Так, ну я стою у кровати. Я тоже. Уже кушать стало подождите, хотеться. А может быть... Да, я бы выпила воды. Ну ладно, я выпила немножко воды. Надеюсь, мне этого хватит. Вот я бы легла, мне наверное. Тоже почему-то хочется лечь. Потому что в прошлый раз он сразу, почти сразу меня убил. Я вернулась наверх, и он меня убил. Лёша, ты успеешь? Ага. Я сплю на всякий случай, не знаю вставал. Зачем, но я типа а может он сплю. Ровно в час каждый? Сомневаюсь, как будто бы. Но пусть приходят, а в этом мы есть не боимся. Логика, кстати. Мы не боимся, пусть приходят. Мы не боимся, да. Но мне кажется, мы можем нет умереть страха. От голода. Нет страха, страха нет. Ну, страха голод... нет, нет, конечно. Голод страха чуть нет, больше, нет чем страха. Наполовинку ушел, да? Ну, ага. Да. Ну, жажда чуть побольше. Жажда, да. Ну, давай, ну, приходи, он? Алло. Может быть, реально каждый час? Ну вот час прошел. Вот час уже, вот час. Ну вот, ну да, но он сейчас пока придет. Хотя он быстрый, по идее, был раньше. Он помню. Не быстрый, он такой очень уверенный в себе. Он медленно идет и, ну, да? убивает. Ну ага. Ладно. Я пробую поиграть немножко. Да? Леша, а ты ничего за едой? Себе вы рискуете, зачем мне ты кажется? Закрыл? А, да, мне страшно. Нужно попить воды и поесть. Давай на цыпочках погоним. А как ты на цыпочках ходишь? На С. Ульян, спать? Я успела. Ёши. А что я? Ты умер. Умер. Это ничего, это ничего. Он пошел. Почему? Уже? Может, надо свет сейчас выключить? Сейчас я сделаю, везде. Сейчас сделаю. Как ты сделаешь? Ты же как умер. Как ты же умер? Я умею. Сейчас покажу. Нет, ты не возрождайся, я уже пошла. Слушайте, я по дороге еще поем, ладно? И выпью воды, а то я умру. Давай, ну ты, давай. Я бы поела тоже. А-а-а! Работай нормально, господи, ладно. Я пойду, наверное, починю, потому что иначе мы все равно умрем. А, у меня же есть бензин.
Давай. Я забыла. Чини. Как закончился бензин? А, нельзя, если фонарик в руке. Кажется, да. А, какой кошмар, это ужасно, это ужасно. Так, я еще запуталась во всех этих кнопках. Так, я надо. Мы врубились. Мы дубасимся. Нет! Что, ты умерла? Развлечение. Ну, я умерла бы от жажды. Капец. Либо от жажды, либо от, в общем, от развлечения. Что мне не хватало развлечения. Это ужасно, это непонятно, как в это играть. Каждый раз боишься спуститься, блин, потому что тебя брат-то может стукнуть. А как тут понять? Нужно еще играть в игры, потом пить воду, выключать этот бензин, заливать. Как кошмар. А вы поняли, как вообще на него реагировать, когда он выходит? Когда это происходит? Я не знаю, я ничего вообще не понял. Вообще, я ничего не поняла. А вы все умерли, что ли? Не, я с тобой рядом играю, сижу. А. Я не буду возрождаться, потому что я не хочу. Хорошо. Спать! Ой-ой-ой. О, господи! Всё. А я сплю. Минус Йоши. Тыч! О, меня за что? Может быть, он потому увидел. Что ты на кровати лежала. Надо было прятаться под кровать, наверное. Ой, потому короче, что он всё. Говорит, Это... В общем, непонятно. Да, притвориться, что ты спишь, когда он тебя ловит уже проснувшимся, не сработает, он не тупой. Угу. Угу. Ясно. Ну, в общем, да, нам надавали кучу бейджей, но мне игра не то, чтобы понравилась. Да, это как-то очень сложно и непонятно. Но на этом мы будем заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик. И всем пока. Пока. Пока.